курсы, естественно, привязка непосредственно к местности, она уже не имеет смысла. Первое упоминание о селе Ходчино – это 1499 год. Период для московского государства, которое в это время начинает объединение, начинает разрастаться, очень серьезный. Некоторое количество лет до этого прекращает существование Новгородская республика. Новгородская Вечевая республика, территория которой была огромна до Северного Ледовитого океана, включая современную Архангельскую и Кировскую области. И дедушка Ивана Грозного знаменитого, после того, как новгородцы добровольно отказались подчиниться и присоединиться к Москве, вынуждает их и обставляет захват Новгорода таким образом, что жизнь Новгорода, старая жизнь, достаточно вольная, достаточно хлебная, она прекращается. Очень большое количество новгородцев, порядка 8 тысяч местных жителей, в результате вот этих вот реконструкций были переселены в Московскую губернию, и оттуда переселены москвичи, московские крестьяне. Таким образом, Иван III и Василий III распорядились Новгородом. А когда 15 век уже завершался, завершалось объединение московского государства и потребовалась перепись, хозяйственная перепись, писцовые книги. И вот первое упоминание о селе Ходчино, которое находился над озерком Ходчиным. По одной из достаточно серьезных версий археологов и историков, село Ходчино, скорее всего, называлось нынешнее Черное озеро. Потому что Белое озеро, река теплая, это была артерия водная, речная артерия, нежели озерная. В те времена озеро Белое как таковое не существовало. И по писцовым книгам село было достаточно маленьким. Но раз это было село, а рядом была деревня Ходчино и деревня Зогоска, то в селе Ходчино подразумевалась какая-то церковь. Это естественно, потому что если в деревне строится церковь, то статус деревни уже возрастает, она становится селом. Это основной признак. К сожалению, об этом достаточно интересном и проблематичном периоде известно только в общих чертах, потому что археологические раскопки производились только в 1932 году в нашем городе. Совершенно, причем случайно. На территории современного Дома культуры, эта территория находится, Дом культуры находится на горке, стоял комплекс, деревянный комплекс командира Кирасирского полка с небольшим ипподромом, с небольшими хозяйственными подстройками. Все это было практически безфундаментное. Поскольку у нас почвы все-таки достаточно подвижны, это бывшее болото, то много зданий строили без фундамента. Но тут решили распорядиться уже более, подойти более серьезно. И первые же подкопы под фундамент привели к находкам примерно 9-11 веков. Это захоронение ижорских и словенских воинов, которые как раз и были на месте вот этого комплекса. Сразу же приехала группа под руководством Владислава Радоникаса. Был исследован Приоратский парк на предмет захоронений, наличия захоронений и курганы. Все известные тогда курганы, более 15 было. Были подняты захоронения на территории современного района Мариенбург, возле завода Лаврова, меднолитейного, Госбо сейчас это называется, этот завод. Там тоже были найдены захоронения уже войтского и словенского воинов. Почему словенские? Потому что Новгород заселяли первые переселенцы, первые жители – это Словения.
Кривичи заселяли Псков. И вот кривичей в нашем районе было немного, а вот славян было много. Новгородская земля, Водская Пятина. Но самые ранние жители – это финно-угорские переселенцы 3-4 тысячелетия до нашей эры. Прокарельские племена Ижора и Водь в основном. Ижора и Водь поселились здесь, и потом уже в 9 веке эта территория захватили, мирно захватили новгородские князья. Среди находки были очень интересные. Вот тут представлены фотографии, небольшая часть. Все находки были переданы в Академию наук, где с 1932 года они находятся. Ни разу не экспонировались и не представлялись. Более того, в нашем музее они тоже не экспонируются, потому что разрешение для их представления требуется очень с большими оговорками. Это охрана, это сигнализация, это постоянно сидящие здесь охранники. Но наш музей на такие финансовые затраты пойти, к сожалению, не может. А среди тех предметов, которым удалось найти местным жителям, есть довольно интересные. Это, в частности, височные кольца. Вы, наверное, представляете собой, что такое височные кольца. Не представляете? Девушка, вы не представляете? Ну, по бокам висят, да? Ну, не совсем по бокам. Это вот такое височное кольцо. Прикреплялись с двух сторон. Серьги же не носили, уши не прокалывали. Это головной убор, любой головной убор в древние времена, 9-11 век, это в основном головные повязки. Или косы. Косы были у всех, в отличие, например, от меня. И здесь волосы, именно у виска, здесь были височные кольца. Причем именно по височным кольцам можно было определить, из какого района женщина или молодая девушка. Потому что каждый регион имел свои отличительные височные кольца. Это новгородские. То есть местные жительницы финно-угорских племен не носили кольца, а покупали новгородские, которые являлись основными. Здесь же представлены и браслеты, и фибулы, и браслетики-пуговицы, кольца и самые, пожалуй, ценное – это долото примерно 2-3 тысячелетия до нашей эры. Ижорское долото, но его возраст, если проводить серьезные исследования, может быть и 4000 лет до нашей эры. Но среди находок очень интересна находка вот здесь. Вот она висит на лесочке. Это кистень. Кистень – это орудие, это боевое орудие. И в большинстве краеведческих музеев к кистени, особенно если это Центральная Россия, как правило, вот такие большие. Что это такое? Это вот такое вот медное, железное, сплавленное медь с железом орудие, вот такой вот большой-большого объема, которое прикреплялось к держателю палеца к самому наконечнику, на кожаный ремень или на льняную веревку. Вы прекрасно знаете, что льняная веревка плотно кручена, она очень-очень крепкая. Ее разрубить сложно. Вот когда воин входил уже на земный бой, он раскручивал этот кистень вот так вот и наносил, естественно, удары. У нас сейчас ассоциации с кистенем ручным. Знаете, да, наверное, вот специальная конструкция, которая усиливает, металлическая, она усиливает удар и наносит очень серьезные повреждения. Этот же кистень, вот таких кистеней осталось мало, может быть, в силу того, что они маленького размера. В некоторых музеях, где сохранились такие предметы, называют их женский или детский кистень. То есть та же самая система. Прикрепляется тонкая, плотно крученная веревочка льняная, 3 метра, может быть 5, на средний палец накручивается, надевается петля, накручивается, берется в руку, и владелец этого предмета идет в путешествие.
Поскольку это примерно 9-11 век, или молодой путешественник переходит из одного населенного пункта в другой, то угу. там, естественно, наличие и разбойников в те времена, угу. и лесных животных. И вот такой удар, предмет, точно нанесенный небольшим таким вот кистенем, сразу же дает возможность владельцу ликвидировать проблему хотя бы на какое-то время. То есть это, естественно, удар в район виска, глаз, лоб. Это может быть животное, это может быть человек. Как говорится, не до самого конца, но во всяком случае до потери сознания человека, который представлял угрозу. Таких в силу, опять же, скорее всего, малости габаритов и постоянной потери в течение истории, таких предметов в музеях именно такого размера маловато. Так что наблюдайте, имейте в виду. Село Ходчино развивалось не очень бурно, потому что находилось в стороне от пути из Варяг в Греки, а транспортные пути находились достаточно далеко. Пока в 17 веке, после подписания Столбовского мира 1617 года России, уже Московского государства и Швеции, эта территория не стала частью Шведского королевства. Получила новое название Ингерия, Ингерманландия впоследствии, столицу в городе Ниен, крепость Ниеншанс, это сейчас Охта в Санкт-Петербурге, и мыза и село Ходчино превращается в мызу Ходчино с владельцем бароном Габриэлем Оксеншерном. Оксеншерн – это очень известный шведский баронский род, это приближенные шведских королей, это воспитатели шведских королей, естественно, это и почести, и различные блага. И вот здесь начинается очень интересная и очень страшная история и местного и Гатчинского района, и Ленинградской области, и Карелии в частности. Дело в том, что с приходом новых властей приходит новая церковь, лютеранская церковь, протестантская, тогда еще достаточно молодая и очень агрессивная. Крестьяне, которые жили своим трудом, жили в целом весьма-весьма неплохо. Что-то... Да, хотим туда-сюда. Проходите, пожалуйста. Жили, в общем смысле, неплохо, не бедно, но... Когда новые власти пришли, новые священнослужители пришли, то местным жителям предлагалось перейти из православной церкви в лютеранскую. А православие местное население приняло в начале 11 века. А некоторые регионы уже в начале 12 века. В зависимости от того, население новгородских славян проникало в эти регионы. И приняли, видимо, весьма-весьма неплохо, потому что, несмотря на те привилегии, которые сулили уже новые власти, это торговые взаимоотношения, торговые возможности, это расширение полномочий, помощь финансовая различная, тем не менее, примерно 30-40% местного населения Ижоры, Води и уже ассимилировавших славян покинуло эти территории. Покинуло в основном, перейдя в Новгородскую, на территорию Новгорода и Твери. Карелия опустила на 70%. Карелы оказались более жесткими в решении вот этого экономического вопроса и в вопросе вероисповедания. 70% коренных карел ушло на территорию Тверской губернии. Вот, в частности, мои предки. Это произошло примерно в 1640 году. С 1635 по 1662 год этот период во всех шведских документах именуется «Война за веру». До войны 1941 года в нашей стране в школьных учебниках точно так же именовался этот временной период. В наше время об этом знают очень-очень слабо. Но
времена меняются, почти 100 лет шведской экспансии, и Петр I отвоевывает северные территории, появляется Санкт-Петербург, появляются новые владельцы, и Мызу уже, Мызу, не село, а усадьбу Мызу, Гатчино, он дарит Наталье Алексеевне, младшей своей любимой сестрице. Наталья Алексеевна проживала в основном в Москве, заезжая в Петербург, и в Гатчине она была крайне редко. То есть каких-то основных хозяйственных дел по благоустройству нового поместья она не производила. Единственное, что был построен двухэтажный деревянный дом, такого усадебного типа, с хозяйственными постройками. После ее достаточно ранней смерти Петр I, который был на тот момент еще жив и относительно здоров, эта территория попадает в казну под эгидой, под управлением двух лейб-медиков Роберта Эрнскина и Ивана Блюментроста. Сначала Эрнскин, который вместе с Петром I сопровождал его заграничное путешествие, и с этим, именно с этим человеком связана очень интересная история, и она косвенно связана с нашим с Мызой Гатчино. Впоследствии при Анне Иоанновне владельцем становится вечное владение Александр Куракин, один из приближенных Анны Иоанновны, но владельцы после смерти первого владельца его потомки продают в казну. И уже Екатерина II, выкупив усадьбу, она дарит ее Григорию Орлову. Пойдемте со мной. Во дворце вы были? Да. Но в следующий раз, когда вы пойдете во дворец, обратите внимание на картину, на подлинник, который размером вот примерно такой. Как правило, эта картина теряется. Она находится рядом с большими изображениями парка, того же Метельлейтера, Щедрина. А подлинник чуть-чуть побольше вот этой копии. Картина написана Иоганном Метельлейтером. Вид Мызы Гатчино, уже Гатчино, с высоты сигнальной башни. И здесь мы видим деревню Хотчина, деревню Загоска, не Загвоздка, как сейчас район, а Загоска. А Загоска – это старое славянское название кукушки. Поскольку рядом находились довольно густые леса, единственное предположение, что там кукушек было много. И может быть туда, в это место, может быть эти места были все-таки красивы. И девушки, и молодые люди бегали туда для того, чтобы узнать о своей судьбине посредством как раз вот этого кукушечного племени. Центральная часть – это непосредственно шведская усадьба. Уже не село Хотчино, от него здесь ничего не осталось. Именно шведские домики. Здесь жили ремесленники, финны, датчане, шведы. И дорога на Царское село. Дело в том, что в Петербург до Павла Петровича, до Павла I, дорога очень хорошая. Дорога была через Царемысу, Царское село, город Пушкин. А прямая Пулковское шоссе, по которому мы сейчас ездим, это была очень местечковая такая крестьянская дорога. Плохо оборудована, но на телеге проедешь, и этого достаточно. Здесь же есть изображен комплекс, который принадлежал Наталье Алексеевне. Шведская постройка, суконная фабрика, так называемая, бывшее усадебное здание, может быть, часть усадебного комплекса Оксеншерна, и уже здание скотного двора, которое было построено по приказу Григория Орлова. Что такое скотный двор во второй половине XVIII века? Это мода на сельское хозяйство. То есть высокопоставленные, состоятельные дворяне строили различные коттеджи, скотные дворы, фермы. И хозяйки
естественно, из ткани очень-очень богатых, шили себе одежду псевдокрестьянскую, дабы своих друзей и подруг встречать как крестьянки, например, с лейкой или с подойником, и изображать из себя рачительную крестьянскую женщину. Смысл же в этом здании был достаточно прагматичный. Екатерина II, когда Григорий Орлов взялся отстраивать здесь охотничий дворец для увеселения своей любимой императрицы, очень часто приезжала из Царского Села. Путь все-таки не маленький, и вот здесь, как раз на территории скотного двора, вся кавалькада останавливалась, перекусывала свежими продуктами, и на картине даже видно, и отправлялась на охоту. Результат охоты в строящемся дворце, центральная часть, в основном это была уже результаты охоты, готовили повара, здесь публика отдыхала и отправлялась обратно. Но Григорий Орлов в 65-м году умирает. Его родственники продают обратно Екатерине II усадьбу. И до 72-го года. И до 1783 года уже усадьба Мыза Гатчино находится в руках имперской канцелярии. В это время наследник престола Павел Петрович, будучи уже женатым мужчиной, имея двоих сыновей, которых Екатерина II забрала к себе на воспитание, уже после того, как Александра и Константина Екатерина II забрала, как бы в компенсацию Мария Федоровна получила два поместья, село Петровское, Павловское и село Славянка, и отправила Павла Петровича с супругой и с их придворными в двухлетнее путешествие по Европе. Для Павла это было действительно время не просто отдыха, знакомства с Европой, это было путешествие, которым он вообще мечтал с детства. Он был очень хорошо образованным молодым человеком, но воспитанный в основном на европейской литературе. Это и греческая, это и Рим, это и средневековые романы. И вот все, что в детстве он читал, чем он вдохновлялся, как раз в Европе-то он и увидел. Они были в гостях в Риме, они изучали римские постройки, они были в гостях у Папы Римского, они были в европейских странах. Во Франции они задержались вообще очень долго. И когда они вернулись обратно, то у Марии Федоровны рождается третий ребенок, дочь Александра. И Екатерина II, естественно, и этого ребенка забирает себе. А Павлу Петровичу дарит Мызу Гатчину. Ну, качество компенсации и утешения. Но утешение-то очень слабое, по одной простой причине. Предыдущий владелец Григорий Орлов. А кто такой Григорий Орлов? Он мало того, что фаворит Екатерины, а Павел не любил фаворитов вообще. Фаворитизм был для него неприемлем. И он вместе со своими братьями участник убийства его отца. А у Павла Петровича к отцу, к его памяти, было особое отношение. Он идеализировал Петра III и все его деяния. Для него мать как раз была человеком, ну, скажем так, который недостойна была быть во главе государства, потому что по праву она не имела на это никаких прав, а Петр III как раз он являлся прямым наследником, законным наследником. И вот все это, конечно, и получить после убийцы своего отца в подарок имение, ну, скажем так, лукавый подарок. Плюс ко всему, в это же время Екатерина II начинает уже достаточно публично говорить о том, что, воспитывая старших наследников Александра и Константиновна, она укрепила российский престол. И, собственно говоря, Павел Петрович, он же уже взрослый, он уже сформировавшийся. Ну, кто знает, скорее всего, он может и не получить право на престол.
она может его не дать. И тогда Павел Петрович понимает, что вот это маленький населенный пункт может стать его и резиденцией на всю жизнь. И тогда он начинает отстраивать город. Город по немецкому типу. Вдоль проспекта оформляется проспект, значит, называется «Большая перспектива». Здесь же появляется улица Загостинская до деревни Загвоздка, уже Загвоздка, Загостинская улица, улица Бомбардирская. Сейчас это улица Горького. Если вы помните Пышечную, угу. Вот она начинает как раз эту улицу, одна из первых. Здесь селились артиллеристы его новой армии. И часть улицы, как раз до улицы Горького, до улицы Бомбардирской, Малогатчинская. Это небольшая часть улицы Соборной сейчас, но она была в основном такой торгово-хозяйственной. Там были и склады, там же были магазинчики и лавочки. Но, а вот проспект должны были отстраивать новые жители, потому что старые жители не хотели реорганизации и не могли, не в состоянии. А купцы, которые жили в городе Рождественно, усадьба Набокова, при Екатерине это был город купеческий, с устоявшимися связями. Но когда Павел Петрович получил Мызу Гатчину, город Рождественно к нему прикрепили. И Павел Петрович стал настоятельно приглашать рождественских купцов отстраивать здесь участки, приобретать их, отстраивать участки, а за это столько, сколько хочется. А за это он выбивал у подрядчиков санкт-петербургских возможность гатчинским купцам строить свои магазины, жилые дома, которые потом они продавали или сдавали в аренду в Санкт-Петербурге. Это было выгодно. И потом каждый купец из города Рождественно прекрасно понимал, что ну а вдруг случится так, что Павел Петрович станет императором? Ну, как положено. Так это значит старая знакомая.